Ladies and gentlemen, madame, monsieur, welcome our training, massage, osteopist, therapist. Да, меня зовут Олег Алав Гудвин, и мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. Сейчас осмотрим вот эти вот случаи, поправка поясничных позвонков при сколиозе, да? Поворачиваем человека к нам лицом, на бочок ложись. Ну, подожди, давай так вот сначала. Сначала нарисуем. Значит, вот, прежде всего, нас что интересует? Вот, соответственно, ямочки, да? Между ними базис крестца. Вот примерно вот так вот идет крестец. Позвонки нащупываем, да? И по осистым отросткам примерно определяем, что вот они как-то идут, допустим, для примера просто, да? Потом вот какая-то группа позвонков пошла вот в бок, да? Сколиоз. Как правило, если сколиоз поясница в одну сторону, да, то где-то в грудном отделе будут отвечать, по-другому они будут располагаться, да? Ну, схематично, я конкретно сейчас не буду проверять, да, чтобы время не тратить. То есть компенсаторно организм себя как-то исправляет. Это может быть целый отдел весь поясничный, да, либо какие-то там 2-3 позвонка. Да, здесь, здесь. Ну, также против них будут здесь, например, 3 позвонка, да. Вот, что мы в этом случае делаем? Ну, во-первых, мы уже вот в грудной отдел, да, мы давили, помните, вот эти вот приемы делали. Вот когда прямо скручиваем и продавливаем в ту сторону. Что у нас происходит? Вот наша общая схема, чтобы вы поняли логику, да. Значит, мы в сторону, тот, что смещено, вправляем в противоположную сторону, логично, да, с давлением вверх по диагонали для декомпрессии. А противоположную сторону растягиваем. Поэтому вот грудной отдел мы должны с той стороны растянуть. Для этого поворачиваем побольше. Голову также доворачиваем вот сюда, чтобы больше было, да. То есть при повороте головы позвонки стремятся вот повернуться сюда. Мы тут полностью растянули. Здесь просто расслабили, рука расслабленно лежит, да? И когда воздействуем, не держи ногу, расслабь. Вот расслабился, да? Вот раскачали и вот в противоположную сторону, да? Или вот с этой стороны, а руку сюда. Нет, сам ничего не делай, вот просто на это. Кладем на затылок. Вот, видите, то есть мы с той стороны растянули, подготовили. А как же быть с поясницей? Ложись ровно, ровно ложись. Ну, давайте вот при таком рисунке. То есть нам надо будет толкать их вот туда. Правильно, да? А сверху, и желательно выше них, растянуть вот туда. По логике, да? По нашей. Чтобы подготовить место, куда они должны зайти. Вот, движение такое, да? Значит, прежде всего, что мы можем сделать? Мы можем с этой стороны подготовить. За тазовую кость взять человека, да? И вот немножко вот уже потянуть. Да? То же самое, если мы берем вот так вот. Отводим ногу назад. Вот мы растянули с этой стороны, да? Также голову желательно в противоположную сторону повернуть. Всегда голову вращай. Вот. Либо поворачиваем человека на бок. Ложись на бок. Например, на этот. Нет, сначала на этот. Голова лежит, руки. Руками просто обнимаешь сам себя. Вот здесь мы берем одну ногу, прижимаем к животу. И в качестве теста щупаем под осистыми отростками, двигая ногой над ними, смотрим, где какой позвонок не туда повернут, или зажат, или они скомпрессированы, да, вот подвздошно-поясничную проверяем сустав, подвздошно-крестцовый сустав, вот работает он, не работает, подвижность. Проверяем, где-то, может быть, какой-то блок стоит.
С одной стороны, это тест, а с другой стороны, это мы вот размяли уже, да, растянули уже вот эти мышцы, такое разминающее движение. После этого, как я нарисовал, здесь надо растянуть, да, ложимся на бок, одну ногу к себе, это свободно. Здесь получается вот за грудную клетку берем, да, а здесь в таз упираемся. Вот смотрите, о, растянули, вот со скручиванием. Да, две ноги вперед. Ой, коленки согнем. Вот такое скручивание. Видите, за позвонки цепляемся снизу. Желательно руку на руку, потому что так сильнее. У кого-то, конечно, я не спорю, может быть, один палец сильно, да, может, одним пальцем. Вот растянули и поджали. Видите, сверху растянули и подтянули позвонки вверх. Либо, когда он лежит на другом боку. То есть вот это я сейчас сделал, вот эту схему. Вот, да? Узнали. Здесь за ребра растянули, здесь за тазовую кость. Теперь переворачиваюсь на другой бок. Вот, человек лежит ровно, да? И обратите внимание на тазовые кости. Если мы их сюда вот подвинем. И вот так растянем. Видно сразу, да? Да. Сразу поменялся вот этот, да? И теперь вот это у нас рычаг. А этой тенором большого пальца продавливаем позвонки вниз. Вот раскачали и раз. 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 И продавили. Чем выше идем, можем немножко распрямить угол. Чем ниже сюда идем, то угол увеличиваем. Вот такой вот. Вот так. Нормально тебе? Ну вот, наш манекен переворачивается на живот. И спокойно отдыхает. А мы сейчас все это повторим на живой натуре. На живых людях отрабатываем все. И с готовыми навыками в руках идем лечить людей в массы. В поле, в город, в народ. До новых встреч, друзья!